читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры с 18 февраля по 28 февраля открыта книжно-иллюстративная выставка «Музыка доблести и славы». Невозможно переоценить роль патриотической музыки в ее воспитании на человека. Героические образы, созданные в музыке, отражают идею защиты Родины, вдохновляют воинов перед битвой, прославляют мирную жизнь. Героическая тема всегда привлекала внимание. Русские композиторы в своем творчестве часто обращались к героикой патриотической теме, поскольку она была актуальна во все времена. Стойкость русского человека, который выдержал, не сломался перед лицом суровых испытаний, выпавших на его долю в тяжелые годы вражеских нашествий, стала содержанием многих музыкальных произведений. На нашей выставке музыкальные произведения разных жанров, от песен и марши до оратории и симфоний, рассказывают о неизвестных героях и великих полководцах, принесших славу Отечеству, о боях местного значения и великих сражениях, о рядовом Александре Матросове и маршале Жукове, про бой в деревне Крюково и Сталинградской битве, о беспримерных подвигах детей и несгибаемой стойкости и упорстве городов-героев. Звучащим памятником можно назвать Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича, ставшую музыкальным символом стойкости и мужества защитников блокадного города. У каждого времени свои герои. Князь Игорь, Александр Невский и Дмитрий Донской, Иван Сусанин и Зоя Космодемьянская, но подвиги их, воспетые композиторами в музыке, и сейчас воспевают гордость за свой многострадальный народ, гордость за свою родину.